чтобы были функциональные ягодицы, потому что это здоровье вашей поясницы. Прежде всего, мы почувствовали, как работают тазобедренные суставы. Не нужно сейчас делать очень большую амплитуду. Мягкое движение. Мы включаем тазобедренные суставы. Мы уже включаем сейчас ягодицы. Ваша поясница, ваши правый бок, ваш левый бок, они сейчас не укорачиваются. Можете прям даже руки положить сюда, чтобы чувствовать, что они одной длины. Отлично, молодцы, хорошо. Ноги расставили сейчас, стопы в стороны. Колени уже смотрят за носками. И мы мягко подсели и почувствовали, как бедро раскручивается наружу. Такое плие. И поднялись. Плие, поднялись. Плие, поднялись, плие, еще три, плие, небольшое. Сейчас мы разогреваемся, разминаемся, включаем и последний раз. Колени как бы хотят туда за носки уйти, аж в сторону, не вперед за носки, а назад. Отлично, хорошо. Ноги шире поставили и то же самое, мягко. Лобок слегка подкрутили вперед, вперед таз, копчиком смотрим вниз. Подвздошными костями тоже смотрим вниз. И мы опять же, мы подсаживаемся и разворачивается бедро. И поднимаемся вверх, толкая себя пятками и внешней стороной стопы. Вниз и вверх. Вниз мы глубоко не уходим. Вниз, вы чувствуете, что тело позволяет? Столько и делаем. Вниз, пятками вытолкнули себя. Отлично. Не забываем дышать. Хорошо, вниз, и последний раз, вниз, отлично, молодцы, хорошо, ноги свели, и сейчас почувствовали, что вот, проработаны, да, они включились, прям можете почувствовать, что, ну, в общем-то, да, есть, как, знаете, как в мультике «Панда кунг-фу», учитель, да, прикоснулся, пум-пум-пум-пум-пум, и тело выстроилось. То же самое мы с вами делаем на тренировках. Хорошо, сейчас ноги расставили снова широко, и мы будем уходить уже в приседание вниз, но для начала мы сделаем наклон. Таз увели назад, корпус наклонили вниз и вернулись. Назад, вниз, назад, вниз, назад, назад, как будто бы толкнуть дверь и вверх, назад, еще два, и еще последний. Отлично, хорошо, как раз проработали заднюю поверхность бедра, которая крепится к тазу, и она вечно укорачивается, и таз закручивает. Есть, и сейчас колени идут у нас за носками, и мы, мягко уводя таз назад, начинаем приседать. Не нужно сначала до параллелепипеда, сколько вам позволяет сейчас ваше тело. Два, будет восемь, три. И постепенно уходим до параллели с полом. Четыре. Сначала таз уходит назад. Пять. Хорошо. Шесть. Семь. Хорошо. Толкаем себя пятками. И восемь. Не забываем, что движение сначала уходит. Таз уходит назад. Отлично. Хорошо. Мы все еще с вами разминаемся и разогреваемся. Остаемся сейчас на левой ноге. И правой ногой можете за что-то держаться, чтобы вас не колбасило. И правой ногой мы ведем вперед и назад. Но для начала мы корпусом наклонились вниз. Почувствовали, как вы сложились, как листик в тазобедренном суставе. И таз смотрит назад. Таз не закручивается никуда. Соосный сустав, голеностоп, колено и тазобедренный в одну линию. И поехали. Вперед, назад. Вперед. Назад, вперед, назад, вперед, колено согнуто, опорной ноги. Тазобедренный сустав над голеностопом. Не уводит в сторону. Хорошо. Десять. Молодцы. Девять. Восемь. Семь. Стопу не заваливаем. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Отлично. Сменили ногу. Ого, хорошо. Отлично проработала. Сменили ногу. Снова подсели на ногу. Таз увели назад.
Корпус слегка наклонился, два бока у вас длинные, вытянули. И поехали, соосное суставов. И поехали, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Вы как бы этой ногой пытаетесь себя раскачать. А что делает ваша ягодица? Именно ягодица сейчас с опорной ноги держит ваш корпус, держит ваше тело, чтобы вас никуда не колбасило. Стопу не заваливаем внутрь. 6, 5, 4, 3, молодцы, 2, 1. Отличная работа. И за счет того, что вы ногами вытолкнули себя, вы встали. Отлично, хорошо. Сейчас мы с вами знакомы уже с упражнением. Вчера его выполняли для активизации тазобедренных суставов, для активизации как раз ягодицы. А сегодня мы проработаем уже это упражнение 15 раз. Мы будем держаться за какую-то поверхность. И проваливаем половинку таза, и потом опорной ногой выталкиваем себя. И снова провалились. Поехали. 15 раз. Это уже рабочий подход. И работаем, девочки. Правая лили. 15 раз у нас. Вытолкнули. Правая лили. Вытолкнули. Правая лили. 3. Чувствуем наверху хорошо, когда сжимается ягодица. 4. 5. 6, 7, работаем, 8, 9, 10, 5, молодцы, 4, 3, 2, молодцы, молодцы, молодцы. 1. Хорошо. Другая нога. Поехали. 1, 2. Не торопимся. 3. 4. Макушка растем вверх. 5, 6. Хорошо. 7, 8. 9. Вы молодцы. 10. Еще пятерочка. 5, 4, 3. Угу. 2. И последний. 1. Хорошо. Молодцы. Ну и расставляем. И поехали. Носки широко, колени уже за носками. Бедро же почувствовали. Наружу раскрывается. Мы, уводя таз назад, начинаем приседать. Поехали. Вниз. До параллели бедра с полом. 1. Вверху не выпрямляем колени. 2. Как поршень. 3. Хорошо. 4. 5. Хорошо. 6. Попробуйте сейчас стопами растягивать коврик. 7. Молодцы. Растягиваем, растягиваем, когда поднимаемся. 8. 9. Не торопимся. 10. Выталкиваем пол, как будто бы это планета Земля. 5. 4. 3. Молодцы. 2. И последний. 1. Есть. Хорошо, хорошая работа. Остаемся сейчас на левой ноге. Согнулись в тазобедренном суставе. Соосность, голеностоп, колено, тазобедренный. И поехали. Ногу одну вперед, назад. Вперед, назад. 3, 4, 5, 6. Молодцы. 7, 8, 9, 10. Отлично, сменили ноги. Поехали другой ногой. 2 бока у вас длинные. Вытянулись. И 1, 2. Соосность, голеностоп, колено, тазобедренный. 3, 4,
5. Можно слегка чуть больше отвести таз назад. 6. 7. 8. 9. 10. Молодцы. Хорошо. На левой ноге остались опорная. Проваливаем половинку. И выталкиваем. Провалили. Отлично. Есть. Работаем, работаем, мои дорогие. Хорошо. 5, 4, 3, 2. Последний. 1. Сменили ноги. Правую ногу опорную и провалили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы, молодцы, молодцы. 9. Чувствуем. 10. 5, 4, проваливаемся, 3, за счет ягодицы вытолкнули, и последний раз, 1, отлично, хорошо, хорошо, почувствовали, положили руки сейчас на свои ягодицы, прошлись вправо-влево, почувствуйте, как они работают, как они включаются сейчас во время ходьбы. Это та их настоящая функция, для которой они вообще здесь предназначены. Стабилизировать таз, чтобы вы ходили и не водили тазом. Так разрешают тазом водить только в спальне перед мужем. В жизни вы не должны ходить вот это. Да? Мы ходим с ровным тазом, таз никуда не провалится. Только у вас таз проваливается, понаблюдайте, вон ваше задание за людьми в парке. Вот особенно, когда в джинсах иду, да, видно, как одна нога ковыляет, вторая как-то по-другому, таз как проваливается. Вот вы сразу же увидите все эти ошибки, поймете, почему люди такие больные все, потому что не работает тело. Хорошо, поехали вниз. Вниз ложимся сейчас на спину. Легли. Ноги согнуты, руки вдоль корпуса. Подбородком кивнули вниз, удлинив шею. И сейчас сократили ягодицы и почувствовали, как от сокращения ягодиц таз у вас провалился и лобок сейчас приподнялся вверх. Чуть больше, чтобы таз оторвался хорошо от пола. И снова вниз и расслабились. И лобком, как будто бы есть горка, спускается вниз. И снова сократили ягодицы. Таз слегка приподнялся и опустили, расслабили. И третий раз. Хорошо, молодцы, расслабили. И сейчас мы сокращаем ягодицы. И таз приподнимается и поднимается чуть выше. Стопами отталкиваемся, отталкиваемся, отталкиваемся. И в позиции не очень высокой остаемся. И опускаемся вниз. И снова сократили ягодицы вверх и вниз. Вверх и вниз. Вверх. Вниз, молодцы. Вверх сократили. Вниз. Вверх. Поясница не работает, работают только ягодицы. 4. Удлинили заднюю поверхность шеи. 3. Хорошо чувствуем свои пятки. Думаем только о ягодицах. 2. И последний раз. 1. Прям сокращаем, сокращаем, сокращаем. До конца их сокращаем. Хорошо, опустили вниз. Молодцы. А ногу одну согнутую в колени поставили на бедро. И мы будем поднимать таз только за счет одной ноги, за счет одной ягодицы. Поехали. 8. Шея длинная. 7. 6. 5. Думаем только о ягодице. Прям смотрите на нее внутренним взглядом, как она сокращается. 4, 3, 2, пяткой выталкиваемся и последний раз, 1,
Хорошо, сменили ногу. Поехали. Один. Два. Три. Хорошо. Таз не опускается, никуда половинка не проваливается. Пять. Шесть. Шея длинная. Семь. Последний. Восемь. Молодцы, хорошо. Подняли правую ногу, ровную в потолок, пяткой. И выталкиваем снова таз. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Шея длинная, шею не сокращаем, голову не запрокидываем назад. Три. Два. Плечи не напрягаем. Один. Хорошо. Сменили. Поехали. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Молодцы. Четыре. Три. Пяткой толкаем. Шея длинная. Два. Назад не смотрим. Один. Хорошо, молодцы, отлично. Развернулись через бок. Есть, хорошо. И на этом же боку, на правом или на левом, как вы остались, и слегка поелозили тазом по ягодице. Прям размяли ее. Если очень мягкий коврик у вас, тогда сползите просто на пол. Хорошо. И слегка наклонились вниз, чтобы верхушку ягодицы тоже помять. Отлично, хорошо, сменили на другую сторону и поелозили здесь. Такой миофасциальный релиз. Есть, отлично, чуть ниже. Помассировали, размяли. Хорошо, отлично. Сейчас сели в Z-сет. Одна нога впереди, вторая ушла назад. Корпус прямой, и мы с вами рукой, вытягиваясь, выталкиваем себя вперед, вытягиваем вперед, 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 и возвращаемся в исходное положение. И снова, и вы почувствуете, как ягодица, ноги, которые у нас сзади, от которой мы отворачиваемся, прям сокращается, нас пытается удержать. Хорошо. Резкая рука, и давайте еще один раз, чтобы вы почувствовали ягодицу. Оп, чувствуете? Отлично. Вот так вот во время ходьбы меняем позу. Вот так во время ходьбы ваши ягодицы держат вас, чтобы вы не упали, стабилизируют вас. Каждый шаг – это падение. Вот то, что мы сейчас делаем с вами. Мы разгоняемся, и вот оп, как будто бы упали. Ягодица сократилась. Отлично, вернулись. Оп, два, и еще два раза. Оп, хорошо, и последний. Есть. Отлично, молодцы, хорошо. Ногу одну согнули перед собой. Таз параллелен плечам. И мы мягенько потянулись, почувствовали сейчас состояние, в котором ягодичная мышца растягивается. Растягивается и задняя поверхность бедра. Можно ногу чуть более закрутить. Чем больше вы перпендикулярно к себе завернете ногу, тем больше будет чувствоваться ягодица. Хорошо. Сменили на другую ногу. Почувствуйте, можете корпусом слегка чуть-чуть уйти в сторону. Опа. И ягодица сразу чуть больше чувствуется. Отлично. Расслабляемся, расслабляемся, расслабляемся. Хорошо. Молодцы, 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 молодцы. Мы